Больше 33 миллиардов тенге собрали за проезд по платным дорогам республиканского значения за 9 месяцев этого года. Всего таких участков в Казахстане 17. Их общая протяженность превышает 3000 километров. Их поэтапно вводили в эксплуатацию с 2013 по 2023 годы. Общая протяженность дорог республиканского значения в Казахстане сегодня составляет 25 тысяч километров, местного 70 тысяч километров.